А вот наши первые. Хорошо долетели, хотим участвовать в этом виде спорта. Мастер-рестлинг очень интересный вид, у которого есть хорошее будущее. Думаю, на лучшие результаты. Как говорится, на дворе 32 градуса мороза, но такой теплый прием нас согрел. Кого вы видите главным соперником? Ну кого? Родоначальников этого вида спорта только я вижу, это главный соперник якутов. То есть они в этом деле мастера, у которых надо нам учиться и профессионализму и технике. Ну, думаю, со временем мы подтянемся к ним тоже. Мы собрали команду, честно говоря, с легковесов 60-70-80 кило. И девушку привезли 55 кило. Ну, думаю, так мое мнение, что мы неплохо подготовились. В тройку, я думаю, мои ребята должны зайти. Думаю, вам хорошую конкуренцию тоже могут составить. Добро пожаловать! Чемпионата мира у нас ожидание побеждать, занимать только первые места. Вот, первое впечатление, приятный теплый прием. Вот, спасибо вам за такое гостеприимство. Вот. Ну а мы обещаем насытить игру большими эмоциями и показателями. Команда у нас состоит из 5 человек, высокая категория и средние веса. Вот, все ребята профессиональные спортсмены, мастера спорта международного класса, мастера спорта, участники чемпионата мира, призеры чемпионата мира и Европы. Вот, мы отбирались на Украине, у нас по физическим показателям это показатели спины мы отбирались. Этот вид спорта у нас только развивается. Вот. И вот мы готовы побеждать. Основной вид спорта – это пауэрлифтинг и силовое многоборье. Это Эбор, чемпион Венгрии, никогда не проигрывал еще в масс-рестлинге. Занимается им уже 2 года. Это Доминик, молодой, 19 лет, в Венгрии был третьим. А это Чобо, в Венгрии стал вторым. Я очень рад, что нас пригласили. Год назад был в Якутске, и мне здесь понравилось. Мы с нетерпением ждем соревнования и настраиваем своих парней на лучшие результаты. We will see what will the results.